Всем привет, привет, тут солнечная Италия, погодная Италия. На проводе разгуляла сегодня. Погода, герпи созревает. Вы говорите, в Турции только у меня герпес. У меня везде, Валера. Боже, какая гортань, подожди. Дэн, не тяни. Какая красивая гортань. Попустите. Аккуратно, там впереди собаки будут. Идем сейчас, зайдем в этот клиник. Ну, мы не то, что там вышли, чтобы в клинику пойти. Мы вышли просто прогуляться, потому что она сегодня хорошо нагулялась. Дома она у меня так и продолжает ходить в трусах. Трусы также у меня с капельками крови. Вот, я чистое дело, когда мы пришли. Мы просто, нам надо прогуляться, его прогулять, потому что она сегодня выгулялась, а он больше ее любит гулять. Она такая, что может и дома сидеть. Там диета моя. А он прям просится. То есть она не кипишует. Так, подождите. Подождите, там где-то собаки большие. Прям огромные. Какая ель красивая. Подожди, вот здесь, по-моему, давайте обойдем. Или вот там вот впереди. Пойдем прогуляемся. Надо бы мне, конечно, в магазин сходить, но с ними двумя... А, вот они, огромнейшие собаки, прям вот они. Я не знаю. Они прям огромные. Ого, уже три, было две. Две самки и самец. Не лезь, что ты лезешь, Дэн, нам тебе надо. Вот пасы им под забор, давай. Так, сразу... Сейчас на комментариях пишут мне, и сегодня опять девочка пишет: Марина, я что-то пропустила, говорит, София, что рассталась с Жоржем? Слушайте, девочки, я же не это самое, понимаете, это же не моя информация, это же не то, что я там не рассказываю, потому что там что-то от вас кто-то скрывает. Это не моя информация, я знаю, что там было, поругались. Все остальное мне non resulta. Вот, поэтому это же не то, что там, как пишут, Иванова скрывает, девочка сегодня мне пишет. Девочки, это не моя информация. Если бы я вам рассказала об этом за Макса, за Джаду, за их ребенка, еще за кого-то, вы бы там вообще... Вот такие герани, подождите. Какая гортань красивая в тенечке, прям вообще огромная. Не, ну у карлика там еще больше было. Вы бы там в уморок все поупадали. Там бы то была Санта-Барбара. Но так как это не моя информация, раньше я снимала детей, потому что они были маленькие, я их снимала. Сейчас они стали взрослые, они не хотят сниматься. Но София работает. Почему говорит, она Дениса не взяла? Она говорит: мам, я работаю, говорит, целый день, в две смены. Ну, она в ресторане работает. Она говорит, это надо прийти домой, говорит, его вывести. Говорит, я прихожу, говорит, без задних ног валюсь. Там один день у нее выходной, пару дней. Она говорит, ну, я не могу. Вот, поэтому я не могу, ну, вам отвечать на такие комментарии, давать какие-то мои мысли, потому что не моя информация. Ну, мы разругались, господи. И мне когда было 20 лет, я их только так нафиг посылала. Кому от этого стало лучше, им или мне? Ну, в тот момент было мне, по крайней мере. Поэтому, если не моя информация, я вам за многое не рассказываю, потому что не моя информация. А не потому что кто-то от кого-то что-то скрывает. Упаси Господи. Давай, Дэн. Я так понимаю, что вот это вот парикмахерская, сегодня понедельник, у Сони тоже закрылась. Я же недавно уже не ходила, прям несколько лет. Ну, что-то, наверное, тоже закрылось. Так, давайте мы сейчас пойдем дворами. Дэн, не спеши. Не спеши, дворами. Ты же спешишь, и Шанель за тобой бежит. А ты подперёк батьки в пеклу. Прыгает он на нее до сих пор. Я говорю, что это в ТикТоке. Я возвращаюсь, кстати, в ТикТок. Медленно и уверенно. Так что там у меня две страницы. Так что сейчас будут там тоже выходить зарезки. Почему возвращаюсь? Не знаю, я что-то там женщина одна там, она меня вдохновила. Елена Владимировна тоже. Ну, да, она меня вдохновила, поэтому я так подумала. Почему бы и не равно я вас не водила вот по городу, вот по этим местам, где я хожу. Вот этот коп, кто помнит, отсюда видео были в эпидемию, когда у нас были талоны, мы с Сашей тут закупали мясо.
Мне говорили, в морозилку не влезет. У меня в мою морозилку влезло все. Ребрышки покупали. Я, кстати, тогда, помню, так набрала за время эпидемии. Вот частный сектор красивый здесь с балконами. Пошли, пошли. Дэн, у тебя уже ничего не выливается. Молодцы, они сегодня, мы утром встали. Они не, за ночь никто из них не просыпался, никто нигде не сыканул. Молодцы, пеленочки чистые были. Я вот там тоже работала у женщины. Идем, идем. Ты же спешишь, и она за тобой спешит. Ты же гулять идешь. Ты сейчас что? Сейчас туда пройдемся, назад пройдемся и домой пойдешь. Что? Завтра уже пойдем совершать дела, которые нам надо. Справку пойдем брать, там надо в ЖЭК опять повторно зайти. Донести документы. Так. Энергия, такое себе. Я хочу вам сказать, я сейчас живу не так, как я хочу. То есть не грезы мои, грезы. А так, по течению. Ну, типа, вот надо, чтобы так было. И я вот так вот и живу. Без... нет у меня сейчас амбиций, какой-то жизненной позиции. Вот просто вообще без различия такое. Что типа, вот как оно идет, так оно идет. Все на лице. Там, когда пишут, там, мой, вы так сдали, потому что у меня внутри очень много моих личных переживаний. У меня сестра там... Там родители, там у меня племянница замуж выходит, там у меня еще что-то, там у меня еще. У меня, поверьте, у меня помимо моих личных каких-то амбиций, у меня еще куча своих мыслей есть. Конечно, быть похуистом это вообще очень круто. Вот, идемте сейчас вот открыто-открыто. Зайдем у него, спросим, открыто или закрыто? О, слышу, вроде разговаривал. А, да, открыто. Сейчас поговорим, спросим о нем. А, какая собачка красивая. Ага, сколько животных. А ты, Дэн, туда прям хочешь. Столько животных вынесли. Ну, прием видно был. Боже, не дай бог, чтобы животные болели. Видите, она подлизывается. Сейчас мы просто спросим. Потому что по-любому, если было, тут уже 50 на 50. Или оплодотворилось, или нет. Мне женщина написала, говорит, мы абортировали нашу собаку, говорит, и не пожалели. Вот так вот. Что, мы вышли. Я так поняла, что это ассистент, а не доктор. Говорит, в четверг приходите, говорит, будем делать проверку. Я говорю, что мы будем делать? Я говорю, УЗИ? Он говорит, нет, на УЗИ еще ничего не покажет, если она беременна. А я говорю, так, а зачем я приду к вам? Посмотрите, если закончится сангвы. Я говорю, так оно само закончится, она просто сейчас еще, ну, у нее течка. Я говорю, ну а как вообще может быть, что она беременна? Он говорит, как может быть, так и может быть и нет. Потому что вот если идет, еще есть течка, то может быть еще и нет. Говорит, ну есть, говорит, укол, который, ну гормональный вот этот. А я говорю, он плохо влияет на здоровье. Он, все гормоны плохо влияют. Это нафиг надо, рожать. Сколько она принесет? Одного, двоих? Что-то как-то я не уверена. Но если номер телефона ставила, но не знаю, навряд ли я пойду. Сейчас еще с Карлом поговорю, что-то. Вон, приходите, посмотрим, если у нее закончилась течка. Так я сама увижу, что у нее закончилась течка, я ей трусы, бляха-муха, сниму и увижу. Ой, Дэн, ладно, все, идемте. Мне еще надо в магазин сбегать, я не знаю, какую-то живую пищу купить. Потому что с ними в коп не зайдешь с двумя. Хотя можно взять коляску, зайти, но не хочу. Дэн, что там? Шинель, подожди, что он там занюхал. В общем, короче, сама себе придумываешь занятия, Иванова. Говорит, если идет течка, может, это 50 на 50, может, и залетела, может, и не залетела. Приходите, будем смотреть. Что будем смотреть? Если она залетела, нет. Если у нее еще течка. Я говорю, да я сама вижу, что у нее она еще кровь теряет.
Видно будет только через 25 дней, типа анализ покажет. А не надо мне. О, видишь, правильно, нефиг, дала уже один раз, хватит. Идем, мой хороший, идем. Давайте где-то вас еще кругом обведу. Походим, понюхайте. Денда, не тяните меня так. Иду, думаю, что-то здесь не так на этой улице. Тут деревья повыкорычивали, я так понимаю, и новые насадили. Потому что прям, ну вот, свежие деревья, какая-то аллея. А около нашего дома дерево такое огромное. Спилили, ничего там не посадили. Некрасиво без деревьев вообще. Все-таки деревья, они создают какой-то уют. Что вы? Ну, вы знаете, сейчас иду, анализирую. Мне вот за эту клинику несколько людей плохо говорили. Ну, я знала, в принципе, они не только, что мне сейчас говорили, тогда еще. Вот. Я думаю, ну, в смысле, я туда пойду, просто, чтобы они мне сказали, есть у нее течка или нет. А что у нее не течка? Я же вижу, что она подлизывается, я вижу, что она на нее еще прыгает. Ну, не знаю, не буду я делать, наверное, этот укол гормонов. Нафиг, еще помрет, блядь. О, какие-то поля высокие. Этот Дэн, тебе уже нечем там это. Угу. Ну хорошо, мы с вами хороший крюк сделали. Если вы нагуляетесь. Не могу понять, а если они посадили новые деревья. Не если, а они посадили новые деревья. Куда делись пни от старых? Ну что, прям до такой степени заморочили, что пни вынули. Они пересаживали, чтобы не разрастались корни, чтобы не портили дорогу. Подождите, я так, между прочим, морщусь в очках от солнца. Ой. Я видела там в ТикТоке, выкладывали видео, как юг, по-моему, Германии топит. Девочки тоже в комментариях писали. Здесь сейчас запаха будет, здесь часто собак водят. Ой, и один послал, и второй послал. Пошлите. Я поправилась, но так неудобно с этим животом ходить. Это нечто просто. Свежие балконы. Сейчас. Я всегда их показываю. Идем. Не пишите, что типа она не хочет ему сейчас давать, потому что она уже ему дала. Она все равно подтекает. Она и тогда тоже ему говорила ры-ры-ры, потом пошла. А так интересно, они сейчас, когда на кухне стоят, он на нее, ну, она в трусиках, он на нее залезает, ну, и типа как мужчина, вот, ну, как Рокки двигается. Прям, ну, двигается вот так, по-мужски, тазом. И он на меня смотрит, типа, и она на меня. Я говорю, ну, что? Что это такое? Зачем вот это телодвижение в такую жару? А? Переключаемся. Жду, пока поезд пройдет, шлагбаум закрылся. Что-то мне это шампунь не подходит. Саша какой-то шампунь купила, мою голову на следующий день как будто, а, может быть, я спрыскиваю этим самым. Ну, чтобы типа потом можно, а как чешется герпес, чтобы можно потом было, типа, волос не полить, когда выпрямляешь его. Такое ощущение сразу, а, может, еще корни волос. Вот эти вот они придают несвежесть. Боже, июнь месяц только начался. Когда ж море? Каким образом вообще на море, я не понимаю, в такую погоду? Пока туда доедешь, бляха-муха, не дай бог дождь начнется, я уже уезжать надо. Угу. Сейчас в магазин сбегаю, мне надо собакам купить еду. Я чуть-чуть покупаю, потому что вот надо профитары, когда машина есть, чтобы на машине кто-то подвез, и ты много набрал. Я тогда Карлосу давала свою карточку, он мне воду купил, натуральную и газированную. Вот, и на еду тоже. Надо просто вот так, чтобы поехал на машине и затарился. А он мне говорит, а я что, потом буду тебя на второй этаж заносить? Я говорю, да нет, в принципе. И что-то надо пожевать взять на сегодня. Я специально еще так не набираю, чтобы каждый день было возможно. И так вот, если бы не собаки, то можно было бы и не выходить. А так выходишь, это очень хорошо, лимфу разводишь. Вот так. Туриста везти, девочки, это все.
Кто куда, кто в лес, кто по дровам. Так. Животе втонули, лопатки соединили, летящая походка. У меня племянница выходит замуж на этой неделе. И внуку уже год целый. Вот. Сколько за год так вот можно проанализировать, да? Всего. Лето пролетит. Мать такой холодный. Как холодно. Не, у нас есть люди прям загорелые. Сюда я в парк хожу с малышами. Я прям загорела, я не знаю. Ну, на машине. Поехал, полежал. А может, у кого-то есть свои сады, вышел, полежал на балконе, я не знаю. Ну, прям загорела. Ну, плюс солярий, наверное. Я прям белая, мне вены видны. Карлик еще и моря не любит. Все, дорогу закрыли, не пройдешь. А я быстрее хожу. Permesso, ragazzi, grazie. У нас за домом траву порезали. Хорошо теперь. Домой пришли, вот, а знаете, это самая трава такая сочная, зеленая. У малых аж лапы зеленые, я ж мыла. Джан Стефана встретила, сына Клеопатры. Я говорю, где мама? Он говорит, в Сардинию уехала. На все лето, говорю, что ли? У нее там одна из дочек, старшая дочь там у нее живет. А говорит, Сардинию, говорит, умотала. У нее там ресторан, сезон начался, она, наверное, на кухню работать. Там ресторан у дочки, ну, типа ресторан с, ну, как отель маленький. Ага. И набирать не хочется, чтобы не тащить. Так, зелень, что у нас из зелени? Из фруктов что у нас? Чего хочется? Дыньки, она, наверное, еще не такая. Апельсинки, наверное, сливки. Игрушки, ямлочки, что-то такое, ничего и не хочется. Бананчики. Салат мой. Стал по рубль 69, помните, он был рубль 20. Вот он, я его беру. Черешня у нас 3,45. Боже, на один рот только. Буряк не подорожал, да? Буряк только остался, по-моему. Черника у нас. Рубль 45 на 17% скидки сегодня. Девочки, ну что это? Ну кому это? Ну это вообще просто... Ну я не знаю. А что мы взяли? Мы взяли салат. Мы взяли салат. Марина, не тащи дофига. Не надо дофига. Кефирчика хочется. Не надо, Марина, молочку не бери. Потому что говорят, что когда ты разговариваешь сам с собой, что-то не ты разговариваешь, а сущность. Кефир 95, рубль 9, панна. Это, а это кефир, да, 95. Он, кстати, хорошо по утрам заходит. Но не надо. По скидке мартадельчику мы по-любому возьмем. Я только мартаделлу ем. Она вкуснейшая просто. Это еще и Болонья, где Мила живет, в Италии. Ну, у нее дома и в Италии, и в Измире квартира своя. Красава, да? И вот это с ихнего города, но у меня хлеба нет. Придется хлеб брать. Ладно, сначала еду собак возьму. Я бы не сказала, что прям так сильно мясо у нас подорожало. Вот смотрите, по 2,45 можно полу купить, 10,99 получается килограмм. Здесь меньше, получается 4,17. Что не фокусирует? Так. Вот. Сосичи, вот, пожалуйста. Смотрите, цены какие. Ну, в принципе. А вот эти пакетики. Я же искала эти пакетики. Их просто сюда поставили. Да. Я их в химотделе искала. Так, хлебушек. Хлебушек интегральный. Мне надо чуть-чуть хлебушка. Что это за хлеб? 69 копеек, прикиньте. Какой маленький кусочек. Я просто не хочу, я сейчас одна живу, я не хочу, ну, покупать, чтобы он у меня лежал. Просто
не хочу. Может, мартаделлы с пиццей поесть. А я пиццу не люблю, но иногда жрать. Чё так не фокусирует? Ну, понятно. Ну, возьму такую булку. На мартаделлу мне хватит. Так, еду собакам. И, кстати, что там я... Меня точно... Ну, кровь буду сдавать, потому что потянула так. Смотрите, видите, со скидкой сегодня, Ага, вот эти сейчас я наберу. Дико, я путаю постоянно, их переименовывают. Смотрите, вот видите, стоило 2 евро, сейчас со скидкой. Вот эти вот для туалета, вот которую я все время показываю, это просто фантастик. Вы когда попробуете, вы больше никаким другим не будете моющее средство переходить. Они просто замечательные, просто здесь линия такая. И на той неделе я видела, что был завоз вот этих вот штук. Вот я сестре передавала в посылках раньше. Для туалетов и для стирки можно, как, ну, для парфума, для парфумации. И раскупили. Стояла прям огромная здесь вот стояла. И вот здесь вот прям стояла огромная коробка. Не стала. Вот видите тоже, это для чего? Это вот для машины чистить. Видите, Made in Italy написано, и вот антикалькар, и все остальное. Вообще, я просто вот от этой коллекции Dusty, я просто в захвате от нее, просто она мне очень нравится. И запах приятный, и он прям, квартира прям пахнет им. Шикарный запах. Так, мужчины, давайте я вам покажу, я же не показывала вам шторы, как у меня получились шторы. Вот я скомбинировала вот эту вот тюль. По-моему, это икеевская тюль, если я не ошибаюсь. Я прям мечтала о такой, хотя Сергеевна мне говорила, бабские какие-то, не знаю, мне так нравится, стиль прованс такой. И эту я покупала очень давно на базаре, 10 евро была одна штука. И такие еще с красным сердечком висят в туалете. А здесь раньше висели типа с белым, с красным сердечком. Очень смотрится как нежность. Одно окно у меня закрыто, цветы я так и не сходила на базар, но у нас дожди. Оправдание. Здесь у меня просто так прикрыто, чтобы там Симон, этот, Филипп не ложился на подушке. Чтоб шерсти не было. Да, отстань. А, кстати, ведро у меня стоит всегда, потому что я ведро меняю потом утром воду и тряпку я меняю, потому что вдруг, если что-то где-то выпачкали, ну, такого, в принципе, не бывает, но если вдруг что-то выпачкали, у меня всегда тряпка с ведром стоит с чистой водой, потому что я мою комнату, я мою туалет, вот эта часть коридора, потом выливаю воду, и потом мою комнату и коридор, то есть и кухню. Я меняю, ну, меняю воду 2 раза. Посмотрите, какая няженка получилась. Прям вообще... Красивые шторы, такое прям сердечко, и здесь вот такие вот, супер. Я вот правильно сделала, чтобы там прицепилась эта букашка. Блядь, нафига ты мне нужна? Я вот так вот люблю, когда Саша вот меняла шторы, когда меня не было, она неправильно сделала вот этот вот удлинитель, палку. Мне нравится, когда палка доходит до того конца, а вот здесь она, типа, вот этот край его не видно. Вот эти вот одеяла, я же говорила, надо отнести в стирку. Я хожу в своей Victoria's Secret, в своем халатике я хожу. Кстати, это я тоже чищу, я все время здесь это вычесываю эту шерсть и выкидываю, чтобы птички собирали себе на гнездышко. Я хожу в Victoria's Secret домой, когда прихожу, когда мне это самое, и все. И ничего не жалею, живем один раз, сегодня живем, завтра не это... Ножки, как всегда, худенькие, но животяра, конечно, у меня поправился. Я хожу, девочки, ходите во всем самом красивом. Все самое некрасивое выкидывайте, потому что жизнь, она одна. Все. Вот такие вот дела. Это Саша, это что я отстирываю, сюда складываю, они потом приходят, раскладывают. Это тоже надо отвести в стирку. Чего вы полезли? Куда вы полезли? А вы что? Это... Все. Потом вечером я отпускаю ставню и все. Все, я тут же вам и хотела показать шторки. А, ну и вот эту вот штуку я сняла. И Саша говорит, мам, не вешай ее. Ну, она у меня такая белоснежная. Боже, какая она там пыльная висела. Она такая белоснежная. Просто вау. Я говорю, хорошо, не буду. И вот здесь получилось. А что вы тут сели? Я не могу понять. Что вы сели тут? Я же просто дырку там закрыла. Он туда в дырку прячется, если туда приходит. Что мы тут сидим? Давай отсюда, Маша. Сидите тут, все. Так, девочки, мальчики, мужчины. Так вот они и жили. Он любил ее. Он позволял себя любить. Что-то я уже не знаю. Я вообще во всем разочаровалась. Какие-то у меня такой период разочарований.
не только во мне или в ком-то по отношению ко мне. У меня разочарование даже у людей по отношению к другим людям, потому что я говорю, я за справедливость. Вот так вот. У меня какая-то, ну, наверное, ну, в общем, я вот сейчас, вот в данный момент, мне так нельзя говорить, я счастлива, спасибо большое, Вселенная, я очень счастлива. Вот это вот я спрыскиваю после того, как волосы уложу, вот это масло такое понтинское, оно классное, но оно мне видно как-то, ну, вот что ты, там трусы противозачаточные, на меня смотрят, они такие смешные, они хотят чпокаться и на меня смотрят, ну, типа, на мою реакцию на них. Я даже не видела, какой у него размер там. Вот, или у них нет размера, или все, что-то есть 3 сантиметра, что-то туда. Да, лапы помыли, вы чистенькие, да. Да, мой хороший, да. Да, мой хороший, да, да, да. Да. Да, моя любимая собака, да. Ты что-то хочешь, что-то прыгаешь на нее, прыгаешь. Что ты прыгаешь на нее? А? Что ты на нее прыгаешь, что-то хочешь? Покажи, что там у тебя. Шанель, не это сама. Да. Ты все, ты вчера уже показал себя в прилюдном месте, на море зато, молодцы. Пожрали, сходили, прогулялись романтически. Ну, будем надеяться, что ты это самое, не забеременела, да, Шанька? Ну, а если забеременела уже все, ну да. Будем, на следующий раз буду умнее тогда, что делать. Не буду я тебе никакие гормональные давать, потому что не хочу я. Какой аборт будет, не надо нам. Родишь. В этот раз я уже буду знать, что мне надо... В этот раз я уже буду знать, что мне надо пойти сделать с ней в следующем месяце УЗИ, посмотреть, беременная она или нет. Если беременная, сколько щенят. Потому что в тот раз как-то никто не подсказал, я не подумала. Ай, та-та-та-та. Ах ты, писюняра, такой малой, и что-то ты... Как вот, можно было как-то ее романтически взять? Какой-то дурак ты, блин, Дэн, я тебе говорю, вот это румынский пацан. Вообще ни капельки ни романтиков в тебе нет. Ты дурачок. Говорит, и он говорит ей, говорит, трусы, говорит, вырвет. У меня он ничего не вырывает, я только от моего взгляда вам говорю. У меня дети от моего взгляда понимали, что если они не то что-то делают. В общем, нет. У него ума не хватило, там двери собаки грызут в моменте. И мы, кстати, когда у нее течка была, чешется волосы отрастают. Мы, кстати, когда с ней гуляли во время течки, другие кобели, вот эти вот здоровые, там никто там ее не грыз, ничего. То есть мы же гуляли там на поводке, и мимо проходили там. Вот когда Кира, у меня, помню, была, у Киры была течка. И тут, помню, за мной собака бездомная как привязалась. Кошмар, мы тут такие круги с ней наматывали, я не могла от собаки отвязаться. Он хотел повязать ее. Это да. А этот румынский пацан, он такой, ему сказали все, дзиц. Он дзиц, да? Дэн. Тебе сказали, а это не Дэн, это Шанель. Сказали дзиц, и дзиц, да? И все. Никто ж на тебя не это самое, не прыгает, да, Шанель? Никто ж не это самое, ничего ж не это. Давай. Это я уходила, оставляла Дэна в одной комнате, ее в другой. За покупками ходила, оставляла эту наволочку старую специально, чтобы если что, вдруг, если здесь бывает насыт, чтобы туда не... Сейчас я уберу. Все. Вот у меня осталась теперь кухня, и у меня теперь остался туалет. Вот шторы, с туалета шторы. Как раз я вам потом покажу, что они тут сделали, типа Саша с этим Эмой. Вот шторки вот эти. Вот они раньше висели в комплекте. А, они не красные. Я что-то думала, они серенькие. Вот они раньше висели с комплектом вот этих вот штор. Но сейчас мне очень понравилось. Мне очень сейчас нравится сочетание. Очень нравится сочетание штор. А это Саша спала, бросила и пошла. Может себе позволить делать, что хочет, короче, она. Ладно, пойду я разлаживать вещи. Позвоню подружке. У меня у подружки тоже неприятности. Позвоню подружку, поддержу морально. Вот. Такие, может, вина с ней попьем по видеосвязи. Не знаю, посмотрим на настроение.